Как уберечь молодежь от влияния деструктивных течений и террористических организаций? Этот вопрос стал главным на международной конференции в Стамбуле, организованной Тюркским советом и Альянсом цивилизаций ООН. Встреча собрала более 200 представителей из 30 стран Африки и Центральной Азии. Специалисты говорили о том, что ряды экстремистов пополняются за счет незрелых молодых людей, и эта проблема требует совместных усилий для ее решения. Всех террористская группа использует всех это молодые ради свою радикальную идею. И из-за этого страдает нашим миром, за этого страдает нашим регионом, за этого страдает наших семье, естественно. Потому что, представляете, чтобы родители потеряли своих детей. Почему? Потому что дети уже попали в какую-то радикальную группу. Поэтому мы должны сейчас, в данный момент, реализовать какой-то важный шаг, чтобы решили эту проблему